стандарты основного образования. По сообщению ведомства, изменения коснутся также экзаменов. Так, диагностирующие работы придется выполнять учащимся третьих и шестых классов. Параллельно ведется работа над совершенно другим подходом к стандартам школьного образования. Полностью будет пересмотрено содержание образования. Детей предлагается учить не только теории, но и практике, чтобы обосновать применение полученных знаний. Для разработки новых стандартов создано 4 рабочие группы. Одна займется реформой содержания образования, вторая группа реформирует подход к математике и естественным наукам, отдельная рабочая группа разработает стандарты физкультуры, а четвертая будет проводить мониторинг качества образования. В минувшее воскресенье в Аглоне начался католический праздник Вознесения Девы Марии. Его